Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Олександр Хамоля. Доброї раніці. Сьогодні у Білорусі починається регістрація кандидата у депутати Палати представників Національного сходу країни. Гэтий процес протягнеться до 11 жнівня уключно. За гэтий час округовые комиссии проведут удокладнение правильности вылучения кандидатов и докладности подписа у подписных листах, после чего кандидаты отримают отповедное посвящение. Нагадаем, что у Гомельской области выборы будут проходить по 17 округах, а колькость зарегистрованных инициативных групп склала 57. По даденных областной комиссии по выборах у некоторых округах на одно депутатское место может претендовать до 5 кандидатов. Усе подробязности глядите у нашем наступным выпуску. Белорусские аграры намолотили больше як 3 миллиона 80 тысяч тонн збожжа. Зараз зерневой Украине убраны на 40% площадь. На первом месте по темпах жнива застается Гомельская область. Господарки нашего региона убрали больше як 60% посевных площадь. Намолот збожжа перевышает 670 тысяч тонн. Это другий показчик Украине после Минской области. Лидируют по намолоте аграры Речицкого района. Тут собрали 88 тысяч тонн збожжа. Мясцовые господарки вытримливают и самый высокий темп. Тут убрали 86% посевных площадь. На апошней чверти полёв ведут работы аграры Мазырского и Хойницкого районов. Каля 3 мільярдаў недамінаваных рублёў накіравана сёлета з абласнога бюджэта на ўтрыманне помнікаў Вялікай Айчыннай вайны ў Гомельскай вобласці. Як асвойваюцца гэтыя грошы, у якім стане знаходзяцца брацкія магілы і памятныя знакі землякам, загінуўшых падчас Вялікай Айчыннай? Наш корэспандэнт Настасія Кучынская зацікавілася гэтай тэмай. Зараз у Гомельской области находится каля 1700 помников, связанных с Великой Айчынной войной. Большая из них еще советская спадчина. Частей за все яны будавалися по типовых проектах. При этом часто выкарыстовывали недолговечные танные материалы. Тому борьбу с надворьем и часом такие монументы хутко проигрывают. Больш-менш якостный ремонт одного помника вылечается десятками миллионов до деноминационных рублей. Помножаем на колькость помников и вынику отрымливаем десятки миллиардов. До того же лик монументов с каждым годом повялишивается прикладно на 20 одинок. Знаходятся новые, ранее неуличные похования. Частей за все на вязковых могилках. И яны так само потребуют ремонту. Тем не менее, для белорусов память про Великую Айчынную войну мая особливую каштовность, якую грошима вымирать нельга. Сегодня нават тыя помники, что находятся у отселенных ці зусім маленьких, на некалькі домов в вёсках, не покидают без уваги. Мясовые улады и простые жыхары для потрымання монументов у належным стане знаходят самые разные варианты. У агрогородку Насовича Добрушского района зараз сведется масштабная реконструкция помника одной сельчанам, якія загинули у годы Великой Айчынной войны. Гэта у своем роде уникальный монумент. У початку 60-х годов все от проекта до усталевки мясовые жихары зарабили самостойно. И вот зараз помник запотребовал капитального ремонту. Областный бюджет выделил на гэтые мэты 30 миллионов до деноминационных рублей. До того же знайшлася подрадная организация, якая, уличивающей важной справы, пообяцала провести бесплатно работы еще на 15 миллионов. До осени монумент предстанет у новом выгляде. Всего на территории 6 воинских захоронений и братских могил и 2 памятника. И живот стараемся, чтобы, значит, по памятнику делать так более-менее такой вот ремонт серьезный. Вот гэты монумент бойцам, які у 43-м вызваляли Добрушы от немецко-фашистских захопников, находится на ускраине города. Сёлета ён так само атрымал новый выгляд. Гроши были выделены в областью, а работы провели капитальные. Обновили одежду, так сказать, самого постамента. Сам памятник, значит, покрасили, погрунтовали, покрасили. Произвели благоустройство прилегающей территории к самому, получается, памятнику. Выровняли грунт, уложили, получается, на место надгробные плиты. У целом у Добрушским районе. В районе зараз находится каля 60 помников, связанных с Великой Айчынной. На их ремонт и подтримание в належном стане сёлета накировали каля 150 до деноминационных миллионов. У Будакашалёўскім помников 85. Это воинские пахаванні, помники землякам, якія пайшли на фронт, памятные месцы и курганы славы. У гэтым годзе провели некалькі великих ремонтов. Один из самых зауважных у агрогородку Октябр. Яшчэ недавно на гэтым месцы стояла скульптура солдата. Яна была усталявана яшчэ у 50-е годы. И за гэты час и сама скульптура, и тумба под ёй покрылись глубокими расколинами, а косметичного ремонту хапала литерально на год. Таму было принято рашэнне аб замене яе на вось гэтую стэлу.
Сама скульптура гісторико-культурного значения не имела, куды важнее то, что под ей. Тут могила 16 солдатов, которые загинули, змагаючыся за незалежность родимы. До памяти этих людей мясовые улады отнеслись с максимальной повагой. Могила у нас осталась на этом же самом месте. Мы ни на миллиметр, говорится, не изменили размеры нашего ограждения этого. Просто мы поменяли скульптуру. Все те имена, которые нужно было увековечить, мы их увековечили. В этом году мы добавили еще 4 имени, которые нам дал наш районный военкомат. Сёлета ў Будакашалёўскім районе новое обличье атрымала и вось гэта одиночное пахаванне. Апошні притулок у 41-м годзе тут знайшоў 24-гадовы лётчык Евдаким Комаров. Мясцовыя жыхары даглядаюць магілу ўжо 75 гадоў. Это было первые дни войны. И вот утром жители обнаружили здесь сбитого бойца, воина. Они захоронили его вот на этом месте. И потом уже из уст передавали, что это вот военный летчик Комаров. Ну вот таким образом сохранилась эта могила до наших дней. После войны на этом месте установили типовую тумбу с червоной зоркой. Сёлета ее заменила гранитная стела. У целом на территории Гомельской области монументов, которые чакают великой реставрационной работы, застались одинки. Раз в год хотя бы один помник у каждом районе ремонтуют капитально. И процесс гэты неспынный. Шанование памяти предков – важная частка культурной традиции белорусов. Шанование памяти ахвяр самой страшной войны за всю историю человечества – это еще и священный обовязок. Настасья Кучинская, Сергей Лукашук, Валера Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Больше за 15 тысяч абонентов мобильной связи по всей стране спамповали новую приладу для телефона МНС Беларуси «Допомога побач». Что делать, когда вы разбили термометр альбо у вашей квартиры отбылося узгорание? Как действовать в экстремальных условиях, подкажет специальная мобильная прилада. Демо-версия жыхарам краины была представлена несколько месяцев тому, а уже сегодня каждый жадающий может отримать полную версию программы. И она включает несколько разделов и функций. У их лику оперативное оповещение об стихийных бедствах. На специальной карте будет позначен регион, где чекается погашение умов надворья, а побач будут размещены рекомендации МНС. В разделе «Что делать» собраны более 50 типичных нештатных ситуаций с рекомендациями от МЧС по действиям в них. Предусмотрена возможность не только соединения с МЧС, но и отправки СМС или звонков на заданный номер, заблаговременно сохраненный, например, врачу или родным. В приложении также присутствует раздел «Проверь себя», где каждый желающий сможет ответить на ряд вопросов в виде тестов. Новую приладу поспели высоко оценить сотни корыстальников мобильных телефонов по всей краине. Спамповать программу абсолютно бесплатно можно на сайте МНС 112.by. Аматаров тихого полявания затримали инспекторы природоохови в зоне радиоактивного забруджвания. Как высветлилось, лисички и белые грибы призначались на продаж. Узровень радиации у таких грибах у нескольких десятков разов может перевышать дозволенный. Тем не меньше, с надыходом грибного сезона колькость выпадков незаконного сбора лесных даров растет. За липень выявлено 9 подобных фактов. Напередодні минулых выходных у ходе контрольного мероприемства у Ветковском районе были затриманы 4 громадян. Усе яны без утойвання растлумачылі, что грибы продают на рынках. Зразумела, у обыход санитарно-эпидемиологичных службаў. Так, в Ветковском районе на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, данными гражданами было собрано порядка от 1 до 2 килограммов грибов, которые впоследствии они отвозили на привокзальную территорию города Гомель и их реализовывали. Данное деяние предусмотрено административным кодексом по части 1 статьи 15.26, санкция которой предусматривает штраф до 20 базовых величин. Навальницы и моцные ливни чакаются сегодня в регионе. Как поведомили у областным гидрометеоцентры, при навальницах магчыма шквалистое взмоцнение ветру порывами до 15-20 метров за секунду. Температура по ветру складе у день до 27 градусов. Краткочасовые дожди пройдут и в середу, и до выходных опадка в регионе не прогнозуется. Самыми спякотными днями тыдня будут пятница и суббота. Слупки термометра уздымутся до 32-33 градусов. Протягиваем выпуск. Что год у Беларуси проводится около 60 международных, республиканских и региональных фестивалей. Ельский «Грай гармоник» все лето прошел 9 раз.
Какие плюсы имеет регион от проведения таких мероприемств, высветлял Олег Сентеров. Ейск – город невеликий, населенство складает меньше 10 тысяч человек. Еще недавно такие населенные пункты называли Полесской глыбинкой. Когда в 2000-м тут начинали проводить фестиваль «Грай гармоник», об некой масштабности мероприемства размовы не шло. Тогда на фестиваль приехали около 50 музыкантов из одного района. Зараз ситуация совсем иншая. Тем больше, что летось у городе провели областные дожинки. Створенная тогда инфраструктура теперь выкористовывается для проведения инших святов. Гости фестивалю признаются, навод не меркавали, что белорусские малые города могут быть такими утульными и навод уносить отповедные пропановы. Надо ваши улицы переименовать площадя, потому что двустороннее движение, по две полосы по каждой стороне. И они просто удивляются, что в глубинке Полесья, в глубинке Беларуси могут такие быть города. Мы все, ельчане, получаем удовольствие от того, что у нас такой город. Проведение культурных мероприемств у Ельску разглядают как возможность развития инших сфер, того же гандлю, например. У опошний час покупницкая здольность сельского населения крыху снизилась. Фестиваль – добрая возможность притягнуть покупников и продемонстрировать плюсы местовой гандлевой сетки. А прача того, гандлевать дозволили и приватным предпринимальникам, на полицах яких от витаминной продукции и сбора лековых трав до вырубленного по старожитных рецептах эликсиру молодости. И еще одна тема – развитие народных промыслов. У Ельску не обижавались импортные сувенирами и запросили соправдных народных мастеров из усёй Беларуси. По великим рахунку, это не только махчимость набыть эксклюзивные вырабы, але и популяризация народной культуры. Такие мероприемства увогуле вельми сприяют становчему имиджу регионов. Все лето в рамках фесту у Ельску организовали выездные концерты удельников у агрогородках. Об убаченном гости свята обещают рассказать своим землякам. В музеи мы были, там и гончарство, и выраби из дерева. Звичайно, это село, но до такого таке враження, ну, не передати словами. Дуже нам все сподобалося. Скрізь чистенько, скрізь прибрано, все пофарбовано. Сьогодні на Ельський фестиваль приїхали біля 300 удельників з Білорусі, Росії, України, Молдови і Естонії. Гран-при, до речі, отримали представники Гомеля, Нарулі і Андрушівки, города у Житомирській області України. Хоч задоволеними, здається, залишилися усі. У речі, фестиваль – це перш за все зустріча апантанних музики людей, що в свою чергу створює імідж Білорусі як плясовки для проведення творчих мероприємств. Фестиваль «Грай гармонік» завершив. Але у 2018-м організатори планують знову обов'язково зібрати у Єску людей, які не уявляють своє життя без музики. Причому тоді фестиваль у першиню, напевно, пройде вже у статусі міжнародного. Олег Сінтеров, Сергій Лукашук, телерадіокомпанія «Гомель», Єльський район. Вистава під назвою «Ти пам'ятаєш, як усе починалося» відкрилася у музеї рідкої книги Гомельської обласної бібліотеки імені Леніна. Експозиція присвячена Міжнародному дню сябровства і 15-годдю створення відділу рідкої книги. З унікальними експонатами знайомилася Ганна Каральчук. Міжнародний день сябровства – одно з самих молодих свят у календарі, але з году в год яно набирає популярність. У свій юбілей відділ рідкої книги Гомельської обласної бібліотеки вирішив повітати і подякувати своїх сябров, читачів, письменників, партнерів. Нова експозиція представила увазі гостей унікальне видання. На виставці представлені іздання, які подарили на відкриття музею нашего редкой книги. Также представленные издания имеют как автографы, так и дарственные записи. Книги просто подаренные жителями города, нашого партнерами, посетителями, читателями нашей библиотеки и музея. Серед редких виданий, як старые, так и сучасные книги. Великую каштовность представляют Библия, видання 1913 года, Москва, история города у медной вокладце, творы Валентина Распутина с даровным надписом, книга «Життё и реформы» Михаила Горбачева с автографом автора. А кроме виданий, у музея редкой книги дороти и иншие предметы, которые представляют каштовность. Например, коллекцию советских новогодних цацок, старые банкноты и монеты, и паштовки. Подчас мероприемства кандидат экономичных наук Валерий Селицкий, який 15 годов тому стоял для вытоку створения музея, презентовал портативную друкованную машинку. Был разрешен давний спор между нашим дворцово-парковым ансамблем, ведущим музеем области, и библиотекой областной, где хранились эти книги. Но я сторонник, знаете чего? Значит, можно, конечно, все музеи в одно место собрать и назвать это одним музеем. А музеев должно быть много, библиотек должно быть много. Поэтому, когда мы вот сделали здесь музей редких книг, у нас появился еще один музей. Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».
Гэта і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomil.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Аляксандр Гамоля. Добрых вам навінаў і да сустрэчы ў эфіры.